5-мегапиксельные фишай камеры Trasir 9151 и 9251 защищены от пыли и влаги по стандарту IP65. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 60 градусов по Цельсию. Также предусмотрена грозозащита TVS 4000 вольт. Для локальной записи архива есть слот под microSD-карту емкостью до 128 гигабайт. Питаются камеры как через стандартный блок питания в 12 вольт, так и через Ethernet по PoE. Для организации двусторонней связи в корпусе камер есть встроенный микрофон, аудиовход и аудиовыход. Также есть тревожный вход-выход. 5-мегапиксельный видеопоток камеры транслирует со скоростью 15 FPS, 4-мегапиксельный со скоростью 20 FPS, а от 3 мегапикселей и ниже со скоростью 25 FPS. Для компрессии предусмотрены кодеки H264, H265 и H265+. Подробную информацию о камерах и других наших продуктах можно найти на нашем сайте dssl.ru. Ссылка в описании. До скорых встреч!